Здравствуйте. Да, кто-то меня знает, уже видео видели. Вот, кто-то нет. Мы разберем детально шейную гимнастику Шишонина, потому что очень много делают неправильно ее. Приходя к нам в клинику, обращаются ко мне, я им показываю. И они очень сожалеют, что делали ее 2-3 года неправильно. Не до конца, скажем так, все выполняли идеально. Не будем уходить от других гимнастик, будет упражнения дыхательные. Вот. И начнем мы с суставной гимнастики, с разминки. Начинаем. Сейчас. Да. Начинаем сверху и заканчиваем ногами. Так, первое движение. Делаем поворот головы в сторону. Только в правую сторону повернуть и исходное положение. Не делаем полные вот эти движения. Они, скажем так, не всегда хорошо для шеи у тех, у кого тем более есть проблемы с ней. Итак, встали ровненько. Повернули в сторону в правую голову и исходное положение. Начинаем. Раз. Исходное положение. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. В левую. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10. Плечи поднимаем вверх, отводим назад и опускаем вниз. Вдох вверх, отводим и опускаем. Раз, два. Медленно делаем. Максимально вверх поднимаем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно. Руки в стороны. Вращаем. Делаем круг. Локоть остается стоять в сторону. И на себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Руки остаются стоять в стороны, ладони вверх держим, поворачиваем кисть так, чтобы стараться, чтобы ладонь также смотрела вверх. И обратное движение. Тех, у кого не получается, суставы, да, неподвижные совсем, делайте частичные движения, ничего страшного. У кого болят плечи, тоже делайте до того, как вот почувствуете боль. Не нужно прямо испытывать сильную боль. Итак, главное делать, и успех нас ждет. Правой рукой, только правой рукой сейчас. Раз. Обратно повернули. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Левой рукой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10. Скинули ручки, расслабили чуть-чуть, потому что плечи устают. Так, продолжаем. Ладонями вперед, ноги на ширине плеч. Повернуться до касания рук ладошками и исходное положение. То же самое в другую. Итак, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Отлично. Одна рука вверху, вторая внизу. Мы делаем движение с наклоном в сторону. Руку тянем вверх, вторую вниз. Наклоняемся и исходное положение тоже делаем в другую. Итак, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Отлично. Ноги поставили на ширине плеч. Чуть-чуть развернуть стопы в стороны. Делаем вращение тазом, но руками держим, вот как будто невидимая палочка у нас. Руки и плечи остаются на месте, только вращаем в тазобедренном суставе, разминаем их и подготавливаем к прогулке. Начинаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8, 9, 10. В другую раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Ноги на ширине плеч. Приседания, но мы не делаем приседания полностью. Нам чуть-чуть нужно подсогнуть ноги, спина остается прямой и выпрямится вверх. То есть не наклоняясь вперед, разминая, скажем так, коленный сустав именно вот приседаниями. Не нужно глубоко, напоминаю, то есть прям небольшие движения и вверх встаем. Можно руки поставить на пояс, так будет удобней. Начинаем. Раз, спина прямая остается. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Ноги поставили также на ширине плеч, можно чуть-чуть даже поуже. Это не прыжки упражнения, они как мы не отрываемся от земли, да, мы делаем движение не до конца вверх и не до конца опуская пятку вниз. То есть движения у нас плавненькие, вот такие. И поделали, тут счет не нужен. Прям стоим, вот-вот-вот-вот, как будто мы прыгаем, но не отрываем ноги. Вот у нас сейчас голеностоп, сейчас все у нас работает, ага, разминается перед тем, как мы пойдем. Отлично. Итак, начинаем нашу прогулку. Дыхание само должно быть правильное. При ходьбе мы должны вдыхать носом, выдыхать ртом. То есть многие, когда идут, дышат носом и вдох делают, и выдох. Это не совсем правильно, и внутренние процессы организма, они не полностью запущены, скажем так. Отдавая тепло при выдохе ртом, воздух у нас, когда мы дышим через нос, вдыхаем, он согревается, и мы выдыхаем ртом, идет охлаждение, скажем так, организма, и внутренние функции, все силы, они, скажем так, улучшают, начинают работать более правильно, усиливая все процессы. То есть это очень полезно и очень нужно. Носом вдох, выдох ртом. Так, первая наша остановочка. Давайте сейчас распределяемся. Естественно, когда вы только-только пришли и дыхание еще не восстановлено. Сейчас мы вдох носом, потянулись, выдох ртом. Ага. Носом вдохнули, выдох. И еще разочек. Вдох, выдох. Итак, первое упражнение, оно же может выполняться в домашних условиях. С открытым окном, если люди, ну, по причинам каким-то, да, плохой погоды, не могут выйти, там, погулять, что-то. Форточка, окошко открыли, встали рядом с ним и сделать вот такое упражнение. Ноги, как вот при ходьбе, то есть вот поставить именно в таком положении, но стоят они на одной линии. Ручки согнуть в локте, то есть мы как идем на месте, вот, и что делаем, самое главное, мы вдыхаем. Носом на 4 счета это самый идеальный вариант. То есть мы и выдох также ртом. 3 вдоха-выдоха это считается нормой. Вот. Кто не может вдыхать вот 3 вдоха и 3 выдоха ртом, делают 2 вдоха и 2 выдоха. То есть вы подстраиваете это упражнение уже под себя, под свои легкие, да, и постепенно улучшая это упражнение, как бы до нормы доводя, расширяя также свои легкие, улучшая их. Итак, встали. Одна ручка внизу, другая вверху. Прямо работаем активно при движении и делаем, смотрите, 2 или 3 вдоха и выдоха, как вот у кого получится. Заметили, да? Вот не у всех хватает дыхания, поэтому, как я вот и объясняю, кто-то делает 2 вдоха, 2 выдоха. Главное это делать упражнение продолжительно, минуту это минимум, и можно сделать отдых еще раз сделать. То есть ноги здесь у нас напрягаются, то есть вы работаете ногами, руками активно, и это позволяет
скажем так, улучшать не только, да, наши легкие, но и наше мышечное состояние тоже мышц. Следующее упражнение. Диафрагмальное дыхание. Одну руку положить на живот, вторую на грудь. Что мы делаем? Мы, выдыхая, выпячиваем живот вперед на выдохе. На вдохе мы втягиваем его, то есть рука, она контролирует, да, которая на животе, наше движение именно животом. Итак, делаем мы, скажем так, быстрый, не совсем быстрый, но быстрый вдох и медленно-медленно выдыхаем через губы, как бы надувая шарик. То есть можно не трубочкой держать даже, а сводя так, чтобы было вот упор такой вот, как бы, да, вот, напряжение создавали именно в легких. Итак, сделали вдох и через рот выдыхаем и выпячиваем живот. Вдохнули, втянули и побольше выдохнули, да. Вдохнули, втянули живот, выдох. Еще разочек. Контролируйте всегда вот это движение, да, чтобы больше. Можно делать это лежа на спине. Взять, положить руки прямо вот на живот. Они будут как вот отягощение, как гантель служить. Да, вы лежите, ноги подсогнуть, поставить их удобно. И то же самое делать это на спине. То есть выдох у нас идет, мы выпячиваем живот. При вдохе мы его прям втягиваем в себя. Это делать можно даже прям проснулись и делать прям в кровати. То есть очень удобно, также там легкие свои немножко очистить. Так, следующее упражнение. Руки перед собой, ладони вот так сжать. И прям надавить ладонями друг на друга. Прям держим вот это положение, надавливаем. Как говорит Александр Юрьевич, вот такой эффект создается как магнита. Руки притягиваются друг к другу. Мы вот постепенно начинаем, когда мы давим, это чувствовать. Прям вот руки вместе прилипают, скажем так, друг к другу. Теперь подержали мы секунд 20-30. При вдохе мы расслабляем руки, чуть приотрываем их. И при выдохе мы опять их сжимаем так, чтобы вы почувствовали, как мышцы у нас даже межреберные, они напрягаются. Итак, вдохнули, чуть расслабили руки. И на выдохе... прям сжимаем руки, чувствуете, как напрягаются грудные мышцы, все вот межреберные, и опять вдыхаем. Расслабили, сжали. Вдохнули, замагнитили руки. Еще разочек. И сжимаем. Отлично, отлично. Итак, надеюсь, тоже получили что-то от этих упражнений, их можно выполнять что дома, что на улице. Лучше всего, конечно, на улице. Свежий воздух и природа – лучший способ выздоравливать. Так, мы идем сейчас с вами, двигаемся дальше. Буду рассказывать вам о шейной гимнастике Шишонина. Гимнастика уже много-много лет существует. Только положительные отзывы и состояние у людей вызывает она. Но делать ее нужно правильно. Чем вы правильнее ее будете делать, тем эффект, естественно, будет больше. У нас у всех разное телосложение. И одни и те же упражнения не получается делать всем одинаково. Амплитуда движений и само напряжение не должны быть с такой силой сделаны, чтобы упражнение вызывало боль. То есть до этого момента, вот вы чувствуете, дальше идет дискомфорт при повороте головы, при наклонах. Не нужно дальше давить. Вот эта вот ошибка самая распространенная. Нужно делать упражнение, амплитуду самого движения вот этого, до такой степени, чтобы не было вот этого дискомфорта. Не нужно тянуть как можно дальше. Нет такой задачи. Вот. Главное его делать. Делать, и со временем будет улучшение. Вы почувствуете мышцы, как они должны работать. И само улучшение, да, должны чувствовать при каждом упражнении, какая мышца у вас напрягается или тянется. Да, там есть на вытяжение упражнение, есть на сокращение мышц. Наша шейная гимнастика.
Очень важно, если вы делаете это дома, да, вот сейчас вы размяты уже, то есть уже прям вот в состоянии в таком делать это все просто и не так больно для шеи. А у тех, у кого проблемы с шеей, если вы делаете это не размяли, чуть-чуть не покрутили, начинаете делать движение и вызывает дискомфорт. Вот чтобы этого дискомфорта не было, я рекомендую делать сначала упражнение, хотя бы парочку-троечку сделать для разминки. То есть это покрутить плечами, очень хорошо, что как бы вот именно разминается шейный и грудной отдел именно спины. Вот, плечи, то, что вот мы делали, да, вот мы повращали, то есть все так же до шеи, повороты поделать. И уже в разогретом состоянии будет уже проще намного и безболезненно выполняться гимнастика. Итак. Вот эти вот маленькие детальки, которые сейчас я вам показал, надеюсь, вы новое что-то для себя приобрели, и ощущения у вас уже сейчас были другие. Так. Обязательное движение. То есть вы движение само вверх, да, голову вперед. Вот. Да, вот так 3 километра с лишним проходят быстро. То есть когда вы целенаправленно и с интересом это делаете, то, скажем так, это все быстро. Надеюсь, вы получили заряд от прогулки, не зря пришли, что-то новое получили. Я очень рад, если вы получили это, потому что это очень важно. И хоть частичку какую-то, если от меня, вот мне хорошо. То есть я, значит, не зря работаю. Вот, и, если есть у вас вопросы, да, я отвечу. Вот. Что касается, если медицины или что-то, то, конечно, это Александру Юрьевичу. Ко мне именно по моей направленности, именно по физическим каким-то упражнениям, гимнастике, все отвечу с удовольствием. Спасибо. Все, спасибо всем! Спасибо.